Друзья, я всегда пришивал пуговицы неправильно. Мне подсказала этот секрет моя бабушка, как же нужно правильно их пришивать. Сейчас поделюсь. Для этого складываем нитку пополам, продеваем в ушко. Если ушко маленькое, иголки берите с большим ушком. Ткань всегда идет двойная. Рассоединяем ее, пришиваем только к одной стороне ткани. Берем пуговицу, прикладываем, придерживая пальцем, как обычно, пришиваем пуговицу. У нас образовалась петля. Продеваем, затягиваем, каждый раз продевая ткань. Делаем таких 5-6 стежков. Оборачиваем вокруг пуговицы, делаем петлю и затягиваем. Пуговица пришита, осталась вишенка на торте. Так проделываем 2-3 раза. Теперь продеваем ткань иголкой и выводим на бок. Отрезаем и готово. Пуговица отлично держится, проверил сам. Ну и на внутренней стороне нет никаких стежков. Красиво, практично, эстетично. Попробуйте, вам понравится. Поделитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Большое вам за это спасибо. Всем добра, удачи и до новых встреч. Скоро увидимся.